Друзья и братья Ильхама Алиева приехали в Армению. Спрашивается, почему? Потому что наша страна истощена и избита. Но мы не должны быть унижены. Господин Пашинян, что они делают в нашей стране? Почему допустили, чтобы они приехали к нам? Вы думаете, что они помогут нам? Сколько нам нужно еще убеждаться в их позиции и поведении, чтобы окончательно понять, что ОДКБ – наш враг? Почему Лукашенко приехал в Армению? Он ведь друг Алиева. Эти люди больше преданы Азербайджану, чем Армении. Все говорят, что если мы выйдем из ОДКБ, этим подвергнем опасность Армению. Я уверен, что если мы сплотимся и найдем себе других союзников, я имею в виду Францию и Америку, то никто и никогда не сможет нам навредить.